Важное в сфере экономики области событие произошло вчера на Ярославском заводе «Славнефть-Янов». Здесь была открыта новая установка изомеризации углеводородов. Она предназначена для получения высокооктановых компонентов бензина. Еще 3 года назад здесь было поле. Теперь на территории в 40 тысяч квадратных метров развернуто современное производство, продукция которого соответствует европейскому уровню. Важность события заключается в том, что мы можем перерабатывать все легкие компоненты бензина, низкооктановые, превращать их в высокооктановый компонент. И с января 2012 года завод полностью переходит на выпуск моторных топлив только 4-го и 5-го класса по экологической безопасности. У кого машины хорошие, то экологически чистый бензин с отсутствием серы и ароматических составляющих в бензине – это очень хорошо для двигателя. И недаром поэтому правительство выступает за то, чтобы мы переходили на Евро-5 всей страной, и был сделан технический регламент. Ну, к сожалению, не все заводы были готовы перейти с сентября месяца на выпуск такой продукции, но мы готовы. Технологии, применяемые на установке, отечественные. Большая часть оборудования и материалов, использованных при строительстве, тоже российские. Затраты составили 4,5 миллиарда рублей. Строительство новой установки осуществлялось в рамках модернизации производства «Славнефти», которое идет на заводе постоянно. От 50-летних установок уже на заводе ничего не осталось. У нас осталась только земля наша родная Ярославская, и люди наши остались. Все остальное мы все поменяли. Яна Хромова, Михаил Орлов, городской телеканал.